Ого, ребят, смотрите, как его раскачало. Смотрите, как раскачало машину. Посмотрите, какая высота. Мы подняли с вами автомобиль в небо просто. А если бы там кто-то сидел, вы представляете, как ему страшно? Дорогие друзья, а перед тем, как вы посмотрите это видео, рекомендую вам подписаться на мой канал. Также обязательно ставим лайки. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем продолжать играть опять в эту замечательную игру с нашим товарищем, который любит у нас летать, падать, разбиваться. Так, ну что ж, давайте полетим. Сегодня хочу попробовать поднять на вертолете автомобиль в небо. Давайте полетим на другой аэропорт и сделаем это. Так, куда же мы с вами полетим? Давайте же найдем место. О, ребят, смотрите, другой самолет, такой, как у меня. Давайте его перехватим. Смотрите, как легко можно его перехватить. Сейчас вам покажу. Вот так вот. Все, выкинули нашего пассажиров. Брать не велено. Пассажиров брать не велено. Все, пассажир прыгнул в воду, а мы забрали его самолет прямо на лету. Отлично. Вот это да. Умеем, если можем, если хотим, то есть. Так, ну что ж, давайте, в принципе, приземлимся хоть куда-то. Куда-то мы с вами залетели в облака, что я не вижу уже, куда мне лететь. Вау, ребята, чуть не разбились, вы видели? А куда же мне лететь? Ну вот остров. А, вот. Так, сейчас прилетим. Сейчас мы с вами прилетим назад и возьмем обязательно вертолет. Давайте, ребята, подцепим его к машине нашей веревкой и посмотрим, на какую высоту мы сможем его забросить. Так, когда же мы будем катапультироваться? Давайте, в принципе, где-то здесь и скинемся. Где-то взорвался самолет мой только что. Так, ну вот и все. Мы с вами приземлились. Отлично, сейчас мы вызовем. Могу тебе чем-то помочь. Ой, эвакуация нам не нужна. Сейчас мы выберем с вами. Вертолет вот такой. Постарайся ничего не. Все, вертолетик вот такой, ребятки, у нас есть. И сейчас мы вызовем еще автомобиль, который мы будем поднимать в небо. Так, ну давайте, наверное. Монстр трак тяжелый. Давайте поднимем монстр трак в небо. Посмотрим, сможет ли вертолет поднять такой тяжелый автомобиль, как монстр трак. Ого. Да, монстр трак — это серьезная машина, ребят. Смотрите. Смотрите, как она. Смотрите, как она по воде ездит. Отлично. Так, монстр трак супер крутой у нас. Так, давайте его привяжем к вертолету. Оп, посмотрим, сможет ли вертолет его поднять. Ой-ой-ой-ой, ребята.
Вертолет оказался слабее намного, и нас... Ребята... Быстрее вылезаем. Ребята... Не получилось с этим вертолетом. Монстр Трак очень тяжелый. Очень тяжелый вертолет. Ну что ж, давайте вызовем другой вертолет, который сможет, я думаю, поднять в высоту эту огромную машину. Так, ну что ж. Где-то у нас есть вертолет помощнее. Вот он. Посмотрим, на что он способен. Военный вертолет, я думаю, в принципе, должен поднять этот автомобиль. Посмотрим. Так, ну что. Вот такой, в принципе, у нас вертолет военный. В два раза больше. На то, как он себя будет вести, мы сейчас будем смотреть. Так, давайте. Привяжем. Так, все привязали. Давайте пробовать взлетать. Полетели. Ох, тяжелый. Ребята, очень тяжело поднять машину в воздух. Даже такой вертолет, который очень сильный, все равно очень тяжело поднять автомобиль в воздух и полететь с ним. Давайте попытаемся хоть немножко пролететь. Потому что я думал вообще в небо его забрать, автомобиль. И потом сбросить с большой высоты, чтобы вы посмотрели, как он падает. Давай. Ребята, очень тяжело. Но мы с вами не сдаемся. И будем стараться поднять эту махину в воздух. Нет, ребята, монстр трак поднять в воздух очень тяжело. Очень. Так что давайте с вами, наверное, посадим этот вертолет и... Что же я сделал? Непонятно. Короче, разбил этот вертолет. Так, ничего. Сейчас мы у нашего дружбана, ребятки. Заказываем еще один вертолет. Такой же, в принципе, давайте закажем вертолет. Так, заказываем у него вот такой вертолет. И заказываем у него автомобиль, который немножко полегче, чем Monster Truck. И который мы с вами, ну, наверняка должны поднять. Я так думаю, в небо. Так, ну что ж. Давайте нажмем так вот. И вот так вот. Так, теперь мы жмем так. Давайте какой-то легковой автомобиль поднимем. Вот, например, вот этот. Все, отлично. Так, привязываем его к нашему вертолету. Садимся в вертолет. Я думаю, он намного легче, чем Monster Truck. И мы его свободно сможем поднять в небо. Ну что ж, ребята, автомобиль отлично поднялся на нашей веревке. Ребята, мы подцепили автомобиль на веревке с вами. Смотрите, мы с вами его сейчас забросим в небо. Круто. Все, автомобиль мы с вами подцепили. И сейчас мы его поднимем на очень большую высоту. И посмотрим, как он будет падать.
Если бы еще люди бы сидели в автомобиле в этом, было бы вообще круто. Ого, ребят, смотрите, как его раскачало. Смотрите, как раскачало машину. Посмотрите, какая высота. Мы подняли с вами автомобиль в небо просто. А если бы там кто-то сидел, вы представляете, как ему страшно? Дорогие друзья, если вы еще не подписались на мой канал, советую вам это сделать обязательно. Также поставить комментарий и оценить мое видео. Спасибо вам большое. Ребят, смотрите на машину, как ее ветром несет по за вертолетом. Вот это круто. Подняли машину на такую высоту по веревке. Вот это да. Все выше и выше мы. Вау, ребят, смотрите, как ее раскачало в воздухе потоком ветра. Ее начало раскачивать. Ребята, посмотрите, какая высота. Сейчас веревка не выдержит, и автомобиль просто оторвется. Посмотрите, на какой высоте он качается, ребят. Ну что ж, давайте сбросим его вниз, пускай полетает. Давайте посмотрим. Все. Улетел вниз. Как-то я чуть-чуть неправильно поступил. Автомобиль упал. А я даже не увидел, как он падает. А я сразу за автомобилем. Чтобы посмотреть. Вау, что здесь вообще происходит. И самолет только, ой, и вертолет только что упал и разбился где-то в горах. Так, дядя Володя, одолжите мне свой автомобиль, пожалуйста. Поехали. Ого, ребята, мотоцикл такие тоже мощные. Вау. Вот это круто. На мотоцикле мне тоже очень нравится ездить. На нем можно делать разные трюки. И отлично можно гонять на нем. А еще мне нравится кататься на пожарной машине. Только если бы ее найти, эту пожарную машину, было бы намного интереснее. Эту машину хочу стоять. Так, дядя, одолжи мне свой автомобиль. Я хочу на нем погонять. Я не понял. Ты что, меня не слышал? Пошел отсюда, дай мне свой машина. Вау. Ребята, вот это КамАЗ у нас. Ой-о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 й
Ребята, утонул. Утопил автомобиль. Утопил автомобиль. А как его вытащить отсюда? Из воды. Давайте, наверное, позовем на помощь нашего друга. Пускай нам даст монстр-трак, и мы вытащим из воды наш автомобиль. Так, сейчас он нам даст монстр-трак, и мы... Так, и мы с вами обязательно вытащим его. Все, веревочку мы привязали. И нечаянно отцепили. Давайте обратно прицепим.
Ну что ж, автомобиль мы свой завели. Давайте потащим. О, ребята! Мы вытащили из воды. Мы вытащили из воды наш мусоровоз, или что это такое? А там ребята на лодке взорвались почему-то. Что случилось? Так, ну что ж, можно его даже протащить по берегу. Смотрите, какая мощь у этого автомобиля. Он просто тащит за собой второй автомобиль. Вау, ребята, дерево упало. Посмотрите, какой этот автомобиль сильный, ребят. Вот это да. Реверилка порвалась, не выдержала. Так, ну что ж, а если привязать корабль? Ребята, давайте попробуем привязать корабль и вытащить его из речки. А вот и корабль, ребята. Давайте мы с вами его, собственно, и подцепим. А порвалась почему нитка? Не выдерживает такой нагрузки сильной. Вау, вот это да, вот это мы по такой глубине ездим с вами. Я думал, машины вообще не выезжают. Смотрите, на какой... Вау, вот это глубоко. Вот это автомобиль везде проедет. Вот это есть чем гордиться, вот это я понимаю. Ребята, а что это такая за лодка? Это баржа. Нет, такую огромную махину мы с вами не потащим. А нет, ребята, смотрите, ребята, мы тащим лодку огромную. Вот это мощь, вот это я понимаю. Для нас открылись ворота. Ребята, меня хотят арестовать. Надо срочно убегать с этого проклятого острова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребята, давайте с вами смотаемся с этого острова, потому что нас здесь сейчас просто съедят. А если нас съедят, это будет очень плохо. Так, давайте возьмем такой самодельный истребитель, который сделал кто-то сам, такой малюсенький и удобный. Чисто вот для нас, для того, чтобы вот мы с вами могли на нем летать. Вау, вот это круто. Погода изменилась, ребят, пошел дождь. Но ничего страшного, мы с вами на суперскоростном истребителе, который... Держитесь, помощь скоро будет!
который просто отлично себя ведет в небе. Ребят, посмотрите. Посмотрите, на какую высоту, с какой скоростью он взлетает. Здесь уже и дождя нету, здесь уже и солнышко появилось. Потому что дождевые тучи намного ниже. А мы, ребята, аж в стратосферу залетели. Смотрите, как высоко. Вот это я понимаю. У нас самолет. Мы даже можем подышать воздухом, выйти. Смотрите, какая высота. Вот это высоко, да. Ничего не скажешь. Ну что ж, ребята, давайте приземляться будем. Будем потихоньку падать с огромной высоты. Ва-ва-ва-ва-ва, я падаю. Мэйдэй, мэйдэй, спасите меня, я падаю с огромной высоты. На огромной скорости. Меня в штопор просто занесло, ребята. Я падаю. Что же мне делать? Как мне выжить здесь? Надо просто срочно прыгать, выпрыгивать из самолета. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, открывать парашют. Вот это мы с вами чуть не разбились. Двигатель отказал. И мы с вами прямо закрутились на самолете на этом. Фух, наконец-то мы выжили с вами, ребята. Ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство. С вами был Юра. Обязательно подпишитесь на канал, кто еще не подписался, для того, чтобы не пропустить новые серии. И встретимся в следующем видеоролике. До встречи, дорогие друзья.